Муки яркие, красивые. Да? Для девочек, смотрите, муки. Красивые. Что-то перебор, нет? Не, нормально. Ну-ка, дай посмотри, дай. Опа! Сколько стоит? 600 рублей. 600-700 рублей цена. Дима, за тележкой смотри. Пенка, да, такая? Вот это хочу. Какой размер? Это нет размера. Где он? Не знаю. А, вот 67-й, наверное. Да ты что? Какой 60? 67-й. Какой размер? Там внутри, наверное, приклеено что-нибудь. А, вот, 36-й. Я, наверное, уже 37-й. Мне уже 37-й. Это прям на лето, на лето? 39-й. Ну, прям на лето, на лето. А, вот этот. 38-й. А Диме вот такие вот тапочки с мохнаткой. Вот, берем 38-й. Да с Диме босоножки-то в другом отделе. Тебе вам такие вот подойдут? Нет. Куда, садись, вон там. А сама забрыла. Ну туда не будем садиться. Надо лопатку? Настя? Не, не надо лопатку, я без лопатки. У меня супер вариант ходить без лопатки. А есть кроссовками? Кроссовками? Нет, этим удобнее. Достанем. Высунем ногу. Нет, хлюпы. Большие? Сиди, я тебе сейчас дам. 36-й? Да. Ага. Вот там размерчик 36-й. Настя, надо? Вот тебе такого, наверное, да? Держите. Наверное, легкие, да? Сейчас вся обувь такая на пенке. Ой, иди на руку. Потому что мне не говорил, что тебе давит. Правда, нормально. Потом, да. Нормально. Потом начну, что он мне давит. И прямо там до конца. Значит, нам побольше. Нет, там есть чуть-чуть. Еще другой цвет. Ладно. Он мне хорошо. Я тут. О, где-то. Хорошенький. 700 рублей. 800 рублей. Там диван есть. Там диван есть. Хорошенький. Удобно? Как кеды. Я не знаю, что его посякал. Сзади гламурненько. Какие же мои. Так посиди на диванчике. Диванчики кожаные. Отдохнуть можно. Устал? Братуха. Это наша телега, да? Ты сторож? Нет, я не сторож. Охрана? Охрана, бар. О. Сланцы. Оу. 199 рублей вроде. Муки яркие, красивые. Да? Для девочек, смотрите, муки. Красивые. Яркие. А где девочки? Пойдем, они вот там. В следующем ряду. А вот этом? Да. Че, еще что ли? В смысле, не понравились, что ли? Я только-только. Она сейчас домой приедет и через 2 минуты скажет, что они малы. А-а-а. Оказывается, все-таки малы. Вот эти новые ставь на коврик. Ну, давай. Так.
Сейчас. Вон ложку мама держит. Вот это нормально. Для второй вставай, проверять будем. Тут еще есть. Один и второй проверять будем. Я тебе уже не доверяю. Да, купили тебе. 5 раз ходила в школу и мою. Вот так вот. Так нога не растет. Понятно? Меня растет. Настя, какой размер у тебя? 36. 36. 37. 36. В 10 лет. Может, 36 можно. Палец. Ну. Да. Не по дням, а по часам. Дима, кошелек себе выбираешь? Ну? Настя, нас тут посмотри. Вот тут, смотри, сапожки какие. Папа, oh. Готов меня в армию отправлять, я готов. Там таких рюкзаков нету, Дима. Где? В армии. Это сумочки на пояс. 199 рублей. Сумочки на пояс. Просто папа, сумки папа, женские. Папа. О. Угу. Так это просто у нее расцветка такая камуфляжная. Она же не военная. Нет, нет. Тут вон какой портфель. Портфель. Это портфель. О, иду, иду. А? Потыкать? Тыкай. Ну-ка, садись. А, нет, стой, наоборот, встань. Наоборот, встань. Это что, 37-й? Да. А, ну вот тут, вот видно уже. А тебе 38-й? 38-й? А тебе большие, да, они? Ну, совсем чуть-чуть. Вот лучше чуть-чуть, чем те впритык. Иди. Они через месяц будут малы. Что, берем? Ну, пусть. Мне нравится свет. Она их вот эти подтянет здесь. Давай. Да, одевай, мы еще деньги не заплатили. Пусть, вот пусть бегает. На улице оденешь в машине? Да. Если да. Охота тебе. А прямо. Что? Мне тоже тогда три обувь. У тебя есть кроссовки? Сейчас тебе пойдем. Такие же, как вот все. Вот, смотри, она босоножки 38 одела. Смотри. Но. Вставай. 38. 38 размер. Пятка большая. Ногу-то. Че у тебя это такие большие так. Ноги? Не знаю. Так они маломерки эти, они не 38. Одень маску. Вот так вот получится, и я буду ходить. Тебе? Да. Ты хочешь на каблуке себе вот такой башмак? Да. Че, пап, смотри, эти лучше вроде, да? Пап, папа. Оу. Встань, тебе удобно мне? Лучше какой размер? 37. Ну, только-только. Ну, ну как? Ну, вот так вот. Мама, это для тебя каблуки, походу. Что, такие берем? Давай. Или еще смотри. Нет. Эти мне нравятся. А тебе удобно мне? Очень. Ну, очень. А кроссовки выбрали уже, да? Да. Вот эти. Я буду идти домой. Ох, ты их уделаешь, я чувствую. Они стираются в стиральной машине. А, ну вот, кроссовки стираются в стиральной машинке. Прикольно. Удобно у босоножка? Да. Кто не прошили, так с дырками. Че ты, Димон? Тапочки? Пошли за босоножками, Димон. Какие-то... Это кому? Настя? Туфельки такие да. Маленькие. Походу на нас. На 1 сентября. А я уже на 1 сентября уже ходила. На 2 сентября. Так для меня это еще... Да? Я говорю, на 1 сентября вот. Нет! 799. Я не пойду. Да я не про Настю, я вообще просто... Про Диму?
Дима, да. Дима в таких точно не пойдет? Дима в таких точно пойдет. Они же женские. А что? Можно? Нет, могучий. Это такой гучий. Вот, Дима, твой цвет. Ты стоили миллиарды. Твой цвет, твой размер. Ты же сказала, босоножки ему надо. Босоножки такие же. Че? Снимаем. Это босоножки? Это не босоножки. 700 рублей. Ну они все по 700 рублей. Вот крайние 900. 899. Пенка. А теперь такая. У меня вопрос. А почему вы называете, когда там в конце 899, почему вы называете, что 900, а? Без одного рубля. Ну нормально. Мне кажется, что как бы на вырос. Ну нормально. Попробуй, здесь не спадывает. Ну пошевели. Ну там место-то есть, как бы. Нормально, вот. Спадывают, да? Нет! Дима, спадывают? Нормально! Ну-ка, дай сзади за... Стой! Встань! Встань, я сзади посмотрю. Ну они как бы на резинках тянутся так. Ну нормально! А давай попробуем на один размер меньше. Сними! 37. На, одевай. Мама, я выбрала резину, я разберу. Пути-пути. Давай, Димон. Давай сам, а. Ложку надо? Надо ложку? Так ты ложку, на. Папа, смотри. Я выбрала идеальный размер для Димы. Ага. Не давит вам. Дима, держи. Да ничего тебе не давит. Ой, точно, они ему прямо вообще в притяг. Давай тебе все. Вообще давят. Все, снимай. Ну вообще мне тоже. Ну что, у тебя тоже лапа, блин. 37, только Настя. Настя, как на. У меня тут все, одевай свою. Эту. А, нет, стой. Босоножки же. Еще белые носки там. А, нет, все равно одевай. Нет. Одевай босоножки в другом месте. Ты что, мне вот это одеваешь? Ты что, в другой магазин поедем? Почему? Это что, по акции распродажа? 38. Нифига, 500 рублей. Это не распродажа, это просто цена. Не бывает больших мальчиков. Бывает 999 рублей. О, папа, смотри. О, прикольно, да? Ваша корона. Давай, поставь. Там девичьи. Во! Кроссовки. Нет, не то. А вон там в конце, ну-ка. Вот оно. Кроссовочки кожаные. О, балеточки. 99 рублей. Балеточки. А кто? Чешки. Ну, чешки. Во, 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 во. Не, вот так вот начинаются. Так вот начинаются, нифига себе, что это, какой размер-то? 37 размер. Да? О. Меряем. Сразу, видишь, как выстрелил папа. Ой. А это Настя, а какой дарит? Вот это? Пошли вон туда. Мне не нравится. Вон там сидушка. Нарядная. Папа, да. Пойдем туда. Мы тоже. Давайте для сравнения. Давай. Тоже 37? Тоже. О, эти поярче. Вот. Ты мог на коробок будет сидеть. Вот садись. А потом, Димка, смотри, какие еще взяли. Вот такие? Нормально? Да. А это Гуччи? Гуччи. Гуччи, Гуччи. Да. Смотри, это Гуччи по-английски. А Настя вот такие. Ни за что. На саду ходить. Нет. Вот, смотри, у него босоножки 37. Ну, нормально. Папа. Но. Лайк. Значит, подтверждай твои слова. Давай. Я тебя не надену. Слишком большие. Как будто мне... Все, мама. У этих расцветка поинтереснее. У
А тут не регулируется ширина, и у него нога не влазит. Да, у него нога вообще. Нога-то широкая, все не влазит. Эти прикольные, но у них... Вот они эти лучше мне. Что, эти удобно делать тебе? Да, эти лучше. Давай, эти берем. Они мне даже нужны, они даже лучше. Подожди, стой, не надо так. Вот здесь вот, Дима, вот здесь раз. Это прикольные. Снимай. А ну-ка, давай без носка померяем. Да не, прикольные. Эти черные, мини-марки. О! Ну, нормально, да. Давит? Да, давит. Встань. Давит. Давит? Да не, Ал, не надо. Черные ко всему подойдут. Да. А белые ко всему тоже подойдут. Да. Жилища. Ну ладно, черные так черные. Гляли. Все? Все купили? Сейчас носки на кассе возьмем. А, ну все. Слушай, это жарко. Носки на кассе сейчас берем и домой. Дима, вспомни молот. Что ты победила там? Вот так вот. Вот так вот брать? Не, ну да, вот ну-ка, да, что купили? Это вытягивается. На кассе. Мы сразу вот так вот выдержим. Ладно, потом поможем. Вот такая-то присосочка. Да, это присосочка, там приклеиваешь, она вот так вытягивается сейчас вообще. Ну как, ты покажи. Во. Сейчас это модно вообще. Во. Вот такую штуку. Кольцо. Для вот этого телефона. Да, вот так. Поддержка. Бэтмен уберем и все, и прекрасно. Чё? Камеру. Бэтмен уберем. Бэтмен. На, Бэтмен. Она в обе стороны. Держи. Можно сейчас приклеить? Нет, там надо лучше бензинчиком обезжирить, чтобы она держалась лучше. Бензинчиком? Ну, чем-нибудь чистящим там. Ну, почистить, короче, нормально. Там короче. У тебя наклейка там еще. О! Где? Очки они хотели себе купить. А где очки там? Вон она! Пойдем, вот. Посмотрим. Отчетчики посмотрим. Что, убрать? Вон, да ты что, надо было. Давай его на диван скатывайся. Нет, мне не надо. Давайте, выбирайте. Что-то перебор, нет? Не, нормально. Ну-ка, дай посмотри, дай. Так ты в них будешь ходить? Ты в них не будешь ходить? Таких квадратных. Я люблю. Пусть пока лежит. На любителя я вообще вот в очках не силен. Вот у Димы, Диме понравилось, а мне вот у Димы вообще никак не нравится. Пусть ходит. Ну-ка, Дима, одень. Квадратный. А что, ну, а ты будешь в них ходить? Да, мне нравится. Я буду ходить. Мне даже... Настя клёво. А у меня что, не клёво, что ли? У тебя тоже. Я собираю еще такие квадратные. Еще бы маски снять, так вообще было бы. Так сними, да почему? Мы их, может, все лето не снимем. Можно два очка? Ты аккуратно сними. А можно вот это или вот это? Нет, одного. Это вообще какие-то ляли, что это что, парень? По 200 рублей, 150. Ну вот эти, все. О, а мои сколько? Точно будешь носить? Все, вот эти, такие квадратуры. А вот эти, наверное, ой, а я даже не заметила. 249, к тебе прямо липнет. Вот они все по 150, а тебе прямо липнет. Ой, конечно, когда поднимали голову наверх, там... А тебе идет мама. Чтобы досматривать. Нет. Я не знаю, очки это вообще. Как у блин. Че? Да ладно. Настя, ты красивые же выбрала. Она вон уже круглую захотела. Ну-ка, одень, ну-ка, посмотри на меня. Нет.
Что, уже поменяла кроссовки? Ну-ка, да. Оденочки. Сейчас. И Димончик. Ну-ка, Димон, очки. Димон, где у тебя очки-то? Дима, ну-ка, покажи очки. Вот. Все? Прибарахлились. Даже, Настя, достань палочку, вот эту коробочку мою. Вот такую штуку. Это? Да. Вот такую штуку взял. Она еще на длинной. Как сказать, на длинной ножке выдвигается. Где-то на метр, наверное. Классная штука. Чехол хотят посмотреть. Так, Димка, подожди. Она закрыта еще. Димка, это можно такие сразу, да? Модница, не говори. Чего там нет? Я не давай туда все. Эй, очки-то не надо. Все? По машинам? Очко мое. Все, в путь. Прикупились. Маленькая. В следующий раз побольше прикупимся. Да, вся это закончится это. Да. Сейчас пока я думаю у многих там эпидемия эта вся. У многих проблемы все равно с деньгами. Так что когда выровняемся, ну-ка можно. Выбор маленький был. Мам, покажи. Алка чехольчик купила. Папа, такой. Покажите, обычный. Пожалуйста. Прекрасно. О, сейчас надо как-то все вклиниться. Блин, там машина за машиной. Нет, такой голубой дома где-то, блядь. О, спасибо газелисту, уступил мне. Домой. Счастливого пути. Ну вот мы практически дома уже. Все. Друзья, мы добрались уже домой. Сейчас посмотрим, давайте с вами вместе, что мы купили, по какой цене. Если чек сохранился, я его покажу. Нажмите на паузу, чтобы посмотреть, какие цены. Ну так, по магазину цены вы видели. Давайте посмотрим, что мы купили. Такая симпатичная джинсовочка. Ну-ка, Настюшка, повернись. Ну, симпотно. Где-то кроссовки у тебя, да, еще покупали? Ну-ка, сейчас я. Вот кроссовки стоят. Она их сразу одела в магазине. Вот такие кроссовочки. Тоже ценника тут не написано. Рублей 500, да? 700.
600-700 рублей. Вот такие кроссовочки на пенной подошве. Тоже симпатичные. Так, это у нас чек. Мы его потом посмотрим. Это у нас мамулька прикупила себе красотульку. Вот такую. Ready. Такая вот футболочка. Со стразами, да? Лишь бы только не отлетели потом. О, это Димкина. Димка. Димкина красота. Футболочка. По игре PUBG Mobile. Ну, кто в теме, я думаю, те знают, что это за игра. Еще футболочка. Футболки где-то примерно цена у них одна, где-то средняя. Вот футболка. 599 рублей. Это дорогая, да? Это у Насти. Это Настина футболка. Стрейчевая вот. Самая дорогая. 599 рублей. А эти, получается... Так, вот. Это у мамы 499 рублей. Так что футболки, в принципе, недорогие. А у Димы даже 300 рублей. Нет, у меня 400 рублей, потому что у меня это 399. 299. 599. Еще одна мамина футболка. Вот такая вот. У мамы самая дорогая. Симпатичная. У Насти самая дорогая футболка. А у меня самые дорогие очки. Так. Здесь у нас пакет. Пока уберем. А, это мы, наверное, отдельным чеком покупали. А, нет, 7900. А, ну вот оно есть. Вот нас вышли на 7977. Это, видать, за все вещи. Кроссовки, это все такое. Димка, где очки? Дай покажу очки. Смотри, какие Димка оригинальные себе очки купил. Можно померить, да? Йоу. Как Настя там? Вот такие очечки. Недорогие, да? 200 рублей. 199 рублей. Да. 199 рублей за очки. У Насти тоже. У Насти. У меня 249. У Насти вот такой держатель еще. Да, как-то вот. Во. Это чтобы вот так пальцами держать. Во. И карандаши вот такие Настя себе прикупила. Так. О. Обувь. Футболку? А, вот эту? Вот эту футболку. Вот еще мама прикупила футболку. Еще одну. Очередную. Цена 500 рублей. Ну, в среднем, скажем, в среднем 500 рублей. Футболки. Если по 300, вот как у Димы, 299. Ну, в среднем вот такие вот. На взрослого человека. Мужские подешевле. Мужские подешевле меня поправляют. Так. Это... Чьи? Дима, твои? Чьи? Димины? Да, мои. Это Димины. 700 рублей вот такие вот. Тоже на пенной подошве. Сейчас вся обувь такая. Легкая. Там внутри пакетик шелестит. Вот такие вот. Легкие. 700 рублей. Носочки. Сколько? 25 рублей за пару, да? 25 рублей за пару носки. Так, это потом. Это Настя, мамины. Мамины. Это мамины. У Насти такие же есть. Мамины гламурненько все у мамы. Опа. У Насти такие же есть, только они меньше. Тоже? Да. Ну тоже легкие, но подошва маленько отличается. Они как у Насти. Вот от этих. Они... У этих прямо пена чувствуется. У этих, нет, у этих плотнее наоборот. Вот те легче, как бы. Тоньше-то не знаю, они легче. Вот такие кроссовочки. Сколько у них ценник? 800 рублей. Вот. Так, Димины. Димины. С
сандали, сланцы, сандали. 700 рублей. Для сланцев, да, для сланцев дороговато, да? Для сандалий дороговато. Ну, может... Ну, нет, они не китайские. Может, походит подольше, может, по качеству. На липучках. Тут липучки. Тут липучки. Это наша фирма. Наша фирма? Леопард. Фирма Леопард. Да, фирма называется Леопард. Ну, Гуччи это вообще Гуччи. А. Леопард. Так. И это Настины. Это Настины. Вот такие вот. Что это такое? Как называется? Босоножки. Это резинки, да? Да, это на резинках. Вот Настины босоножки. Уже 37 размер носит наша девочка. Цена у них... О, у Насти что-то все это. 899 рублей. Настя у нас... Да, умеет Настюшка выбирать. У меня очки сам. Еще вот папа себя решил побаловать, прикупил себе вот такую штуку. Сейчас только аккуратненько. Не сломать ее только сразу. Папа, если сломаешь, вот. Она просто туго ходит. Она 499 рублей. 500 рублей. Это в общем. Это в общем. Тут все по-английски. Это, короче, Настя, поправляй меня. Подставка. Палочка, селфи, палка. Как селфи, палка? Я еще не разбирал, но вот так она получается. Тут для телефона открывается. Оп. Сюда вставляется телефон на подушке. Прикольненько. Она вот так раздвигается. Вот эта кнопочка. Видите, она достается. И эта кнопка Bluetooth. Ее можно вообще отсюда убрать и фоткать вот так вот. Держать вот здесь кнопку. Она будет связь с телефоном иметь. Включать камеру. И фотографировать. А еще дополнительно, что мне больше всего понравилось, это вот такая фишка, что она вот так делается, ставится на стол, здесь телефон, и можно проводить стримы, снимать видео, снимать готовку, распаковки, то есть много что можно делать. И обратно становится маленькая, закрывается в ручку. Bluetooth тоже классно, то есть она вот и стоит на расстоянии далеко. Да? Сейчас я продемонстрирую. Она у тебя стоит на расстоянии вот так вот. Ты отошел на расстояние и на кнопочку нажал, и у тебя сфотографировало или включилось видео. Тебе не надо подходить включать. Ты издалека в кармане тихонечко включил и в кармане эту оставил. То есть очень удобно, классно. Вот, все, обратно ее возвращаю. Сейчас, наверное, сверху. Только купил еще, не разобрался. Вот так, оп, все. Сюда. И вот так вот. Ну вот так вот, друзья. Вот такие вот покупки мы сегодня совершили в магазине Планета. Вот так что езжайте туда, там недорогие цены. Я думаю, всем будет по карману. Всем удачных покупок. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, друзья. Всем пока. Берегите себя.